Какое место красивое, друзья. Прикольная штука. Попробуем? Обалдеть. Это ж надо так все сделать красиво, а? Давай попробуем. Включай. Ладно. Да. Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда. Нет, это без меня. Вот это да, я балдею. Ух ты! Давай, поднимайся, садись рядом. Ладно, подожди. Нет, 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 ух нет, ты! Нет. Ну я же только села. Оживай! Отстой. Ну, а мне зато понравилось. О, я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда. Сучка, это же книжка каламбуров. Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики. На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову. Ладно, ты готова? Давай. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Я читаю книжку про гравитацию, и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Не то чтобы он не умел жонглировать, просто не хотел сверкать шарами. Люблю язык жестов, а то руки так и чешутся. Дурацкая. Правда, дурацкая. Я забыл, как выращивать бактерии, но они сами выросли. Да. Да. Голодающие часы считают мгновение до обеда. О, да. Врубилась? Да. Считают... Мгновение. Мгновение. Ага. Мне рассказали анекдот про амнезию. Но я не помню, о чем он. Недурно. Вампиренок не пришел из школы, потому что неожиданно получил кол. Ладно. Что-то щуки бузят. Придется им дать леща. Да. Занятно. Уж. Забавно. Младенец бесился допоздна, и его еле усыпили. Как-то мрачно. Какой-то черный юмор. Какая у волка любимая буква? О, это я знаю. Нет, буква М. Потому что волк обычно ам и съел. Это самое прикольное пока что. Да, круто. Почему шахматистка не ест ферзя? Она бережет фигуру. Я такой ленивый, что влом рассказывать. Как знакомо, я тоже иногда и все? И это вся шутка? Это вся шутка, что он ленивый. Ленивый. Бэ. Заголовок в местной газете. Обнаружен труп жадины. Подробности за деньги. Да. Прикольно. О, обалденная книга. Весна сводит с ума. Лед и тот тронулся. Да. Ледоход. Ясно. Тупо. Да. Людоед был сыт своими друзьями по горло. Фу, ужас! Поняла! Они ему надоели, и он их съел!
Ужас! Один преступник-бабник вечно путал алиби и либидо. Ну и ну. Вау, нет, отстой. Почему отменили телесные наказания, я не секу, хоть убей. Как тебе вот такая? Все любовались носом алкоголика. Он был красный, прекрасный. Нелепость. Да. И про политику. Президент США замочил террориста в сортире. Злая шутка. Злобно. Да. Парни, это шутка номер один. Сами знаете, с намеком на кого. Почему-то некоторые бэшки выглядят какашки. Фу, какая бяка! Но клево. Ладно, хватит. Это я пока уберу. Мне больше всех шутки в сторону. Больше всего понравилась, конечно, шутка про королеву, вот которая не ест короля. Элли, давай попробуем. Окей. Сейчас идем. Так, тут говорят, где-то что-то есть на кассе. Книжка. Записка. Ты про этот говорил, Спайдер? Про эту записку? Как неловко. Классная машинка. Как ты это делаешь? Что, свист? Вот так. Значит, просто типа... Тренироваться надо. Интересно, что это такое? Сдаюсь. Научишься. Может быть. Эй! Эй! Нау! Да блин, это автосохранение, это просто вынос мозга какой-то. Так, где? 10:50, так, 17:50. Неужели мы не успеем сфотографироваться? Да ладно. Отлично, успеваем. Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? А, ну опять придется прокатиться, что ли? Прикольная штука. Попробуем? Блин, я чуть было фотографию не пропустил. Это одно из самых важных частей. Просто если бы я не загрузился, мы бы не увидели этого. Ну запускай. Камон. Ладно. Да. Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда! Нет, это без меня. Вот это да, я балдею. Ух ты! Давай, поднимайся, садись рядом. Ладно, подожди. Нет, 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 ух нет, ты. Нет. Ну я же только села. Оживай! Отстой. Ну, а мне зато понравилось. Я придумала. Сейчас мы не будем что шуточки это? Слушать, сразу же пойдем фотографироваться. Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда. Сучка, это же книжка каламбуров.
Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики. На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову. Все, идем фоткаться. Ладно, ты готова? Давай. Ладно, хватит. Это я пока уберу. Пошли фоткаться. Шутки в сторону. И как это работает? Мне кажется, там все сказано. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Ну, поехали. Любовь, дружба, стиль. Давайте со стиля начнем. А что такое стиль? Разве он стильный? Ну, он же в темных очках и к тому же заяц. Оп, сыр. Ангелочки. А теперь страшно. Ближе, ближе. Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Надуваем щеки. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Пятачок. О, готово. А, клёво. Эй, это мы. Глупо выглядим. Глупо, но круто. Ну-ка, давайте еще раз. Можно было и получше. Что, еще раз? Да, еще раз, отлично. Так, любовь, давайте любовь посмотрим. Может, любовь? Хочешь меня хмурить? И не мечтай. Оп, сыр. Ангелочки. А теперь страшно. Динозавр. О, нет! Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Плющим, плющим рожу. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Теперь секси. Я такая. О, готово. А, клёво. Еще раз. Ну ладно. Выберем друзей. Как это мило. Я лягух. Оп, сыр. Давай ближе, ближе. Ладно. Нет, рожки нельзя. А теперь страшно. Динозавр. Нет! Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Плющим, плющим рожу. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Пятачок. О, готово. А, клёво. Та-дам! Прикольно получилось. Что такое Facebook? Может, что-то типа скраббука? Введите имя. Что писать? Да что хочешь. Ну, фамилию свою, например. Так, и... готово. Вот. О, он делится. Нет связи с интернетом. Это как понимать? Даже не верится, что получится. И мне. Заново. Ладно. Что? О, да иди ты в жопу. Может, надо вдарить по нему? Ой.
Ой-ой. Что это было? Мы ее сломали. Да, похоже на то. Ну? Пойдем дальше? Давай. Как она меня бесит. Она может нормально говорить? Вот правда. Я бы говорила так. Внимание. Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Так, давай я теперь. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Помните, бездействие смертельно опасно. Да, так было бы в 100 раз лучше. Эй, этот лифт работает, иди сюда. Да. Забавные девчонки. Мне жаль, если вы... вам это не нравится. Если вы привыкли только к Call of Duty. Но... подобных вещей очень не хватает в современных играх. Какого-то вот такого вот наивного порой доброго фана. Я рад, что в этой игре нет бездумной пострелушки. Ого! Эй, смотри! Вау! Неужели дадут сыграть? Пожалуйста, дайте нам сыграть. О, ничего себе! Она всю жизнь об этом мечтала. Я же говорила. Черт, все сломаны, а? Что за хрень? Какие козлы это сделали? Вау. Ну? Так, заводим двигатель. Так, это мои пушки. Ну, поехали. О, черт, резкий поворот. Боже мой, они мчатся прямо на меня. Элли пересекает финишную черту. Блин, гонки со стрельбой? Придумаю тоже. Ну, вообще-то можно в хоккей было сыграть. Там особо не нужно электричество. Шайбу можно и самим выковырять. О, да, есть! Нет, неужели не работает? Не работает. А я думала, что сейчас поиграю. Так, давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Она стоит у храма тьмы. Древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Твой противник, Черный Клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с 3 руками. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готова? Давай. Первый раунд. Начинается первый раунд. Черный Клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай! Вот так, он промахнулся. Ты позади него, скорее бей его в спину. Мощно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья. Да! Он разворачивается и проводит прием «Черная лапа». Что делать?
зажми назад и блок. Надо одновременно нажимать. Он тебя не занул! Он тебя схватил! Куда же он схватился? Да, рукой, блок, пинок. Это шквал клинков. Надо одновременно нажимать. Дать блок! Давай спецприем! Вниз, вперед, удар! Экран темнеет. Клинки Angel Knives начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. О, класс! Это ультраубийство. Angel Knives торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила! Для первого раза неплохо. Ну как? Неплохо. Да кайф же. Ну типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. А завтра тогда продолжим. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня переводят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марлин. Она спуску не дает, всех испытывает. Меня заберут завтра. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Зачем мы здесь? Хотела повидаться. Нет, зачем мы здесь? Не знаю. Не знаю. Хочешь совета? Уходи. Давай, попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли! Райли! Твою мать! Ну куда она делась? Райли! Райли! Парни, вот этот файтинг, который мы только что с вами видели, это лучший файтинг, который я когда-либо играл. После UFC. Это реально классно. Вот надо же было такое придумать, а? Блин, ребята талантливые весьма. Что было? Эх, Маус, это невозможно на словах, это надо видеть. Я рекомендую тебе подписаться на мой канал YouTube, я выложу
Ну, может быть, сегодня успеет видео обработаться, может быть, завтра. Но сегодня и завтра оно появится в Ютубе. Я очень рекомендую посмотреть. Видос, конечно же, будет Full HD. Качество лучше, чем на стриме. Ты такое когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета. С каких пор тебе важно мое мнение? Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Ты весь день... Тебя совесть мучает? Хочешь загладить вину? Я тебя прощаю. Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да, я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря, те водяные ружья, о которых ты мечтала, меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз. Ладно. Сначала я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. Что, страшно? Да, ты у меня поплешь. А, отлично, нам придется побороться на максимальном уровне сложности. Оу, ноу! Сучка черная. Это самый брутальный экшен, который я видел когда-либо. Брутальный экшен, замочи соседку. В целом нет, обратите внимание. Получи в морду! Выкуси меня, попляшешь. Все, выиграл. Я тебя замочила. Это нормально. Ну, почти попала. Что? Да. Протри глаза. Ну, хорошо. Хорошо. Считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту. В кого попали первым, тот проиграл. Ладно. Закрой глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Готово? Тут нужно явно по стелсу. Я не могу проиграть.
Я же играю за почти Эллен Пейдж. Представляете, один выстрел всего лишь. Все решит. Что-то там пристроилось. Ну вот. Ну что, до двух побед? Давай, иди уже. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе конец. Откуда ты там взялась? А, зараза. Так тебе и надо. Так тебе и надо. Да, знаешь что, тебе просто повезло. Повезло? Да. Хочешь еще разок? Да. Я хочу, но... Тебе пора идти. Мне пора идти. Ну ладно. Хорошо. Давай хоть провожу. Давай. Сейчас я только рюкзак возьму. Эй, слушай. Я тогда злилась. Но я серьезно. Уходи. Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Нет! Прошу, не уходи, я без тебя не смогу. Переживу. И ты переживешь. И мы с тобой еще увидимся. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. На. И что там? Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А куда? Увидишь. Вот оно. Ты что? Да ну, иди сюда. Залезай ко мне. Вот тупость. Давай. Эй, ты чего? Эй, что-то не так? Не уходи. Что теперь? Разберемся.
Но вряд ли Марлин согласится. Стой! Райли! Джон! Парни, у меня уже просто руки чешутся написать обзор. Я завтра поеду на дачу, этим и займусь. Это просто 10 из 10 для DLC. Я еще ни разу не видел лучшего DLC в своей жизни. Блин, офигенно просто. По атмосфере и Beyond Two Souls, и Heavy Rain просто отдыхают. Какого хрена? Майор. Спокойно. Что мы тут делаем? Кому нахер нужна эта девчонка со стариком? Чем быстрее их найдем, тем быстрее свалим. Надо тут все обыскать. Я пойду сюда. Зайди сзади. Я такого кайфа не испытывал, когда проходил основную сюжетную кампанию. Первый раз. Что-то Гейли тормозит. Не знаю, что они сделали с перемещением персонажей, но это косяк какой-то черт, вообще. Черт, черт! Цепью! Так что, парни, если вы никогда не играли в это дополнение и вообще в The Last of Us, это, пожалуй, первая игра, которая обязана быть на полке у каждого владельца PlayStation 4. Так, а где он? Я почему-то не вижу этого парня. Теперь вижу. Аптечка на прилавке вроде лежала. Не-не-не, я, друзья, поменял уровень сложности на максимальный. Надпись давайте уберу, будет сейчас пауза. Но это максимальный уровень сложности, это не реализм. Что ты делаешь? Почему там стоишь? Твою мать. Собака! Держись. Я тебя спасу, Джоэл.
Ребята хотят драки. Я им устрою драку. Я вернусь к Джоэлу, заштопаю его, а потом свалю отсюда нахрен. Говорят, где-то на прилавке лежала, да? Где там на прилавке аптечка была? Не вижу. Во! Что-то есть, правда, кстати. Но это не аптечка. Не, кирпич не совсем самонаводящийся. Хотя без прицела им попасть легче, чем с прицелом. Вообще нужно, наверное, было все-таки потерпеть, пройти тот эпизод на реализме. Потому что больше, в принципе, сложных моментов-то и не было. Ну и куда? Опа. Так, стоп. Сюда пойдешь? А, сюда пойдешь. Вот засада. Все нормально будет. Диктофон, отлично. Она сказала, что не станет, но по глазам я все понял. Иначе зачем она потянулась за пистолетом? Какого хера она потянулась за пистолетом? Я же с ней просто разговаривал. Если бы она не врала, мне не пришлось бы ее бить. Она бы меня застрелила, это точно. Тогда чего же она тебя раньше не убила, Элис? Да, неважно. Я ее застрелил и убежал. И от этих тварей отбился. Так вот, швы на моем обрубке разошлись. Я истекаю кровью, но рану зашить не могу. Одной рукой не могу. Узелок не затянуть. Риган. Как холодно. Я немножко передохну. Какие-то страшные звуки уже. Вы тут смотрели? Как же они достали. Им сейчас придется убивать этих тварей. Зараженные. У меня есть идея. Пипец вам, парни. А я боюсь, что я мог ошибиться. Если он тоже, они обратятся, вот эти двое, если сейчас обратятся в зомби, то я не знаю, что было лучше. Почему их не жрут, я не понимаю. Зачем они их закусали? Разве они убивают не ради того, чтобы сожрать плоть?
Просто нам не показывали до этого момента, что происходит с теми, кого... на кого нападают. Нет, один раз, по-моему, было видно, как жрут. Но эти какие-то сытые, что ли. Подождем, пока отвернется, и пустим ему стрелу. Ну да, видимо, там были какие-то невкусные парни. Оу! Ой-ой-ой-ой! Что надо было так промазать, а? Ошибочка. Давайте немножко уравняем шансы тогда. Кажется, я забил мужика. Хрень какая. Нормуль. А теперь можно вот что сделать. Ход конем. Мне очень радует в этой игре. Есть еще желающие? Вариативность. Нет? Прохождения. Хорошо. То есть вы можете игру проходить много раз и тем не менее как-то по-разному пройти. Можно в стелсе, можно в Рэмбо стайл. По-разному, короче. Но вот то, что сейчас произошло, парни, ну, чисто гипотетически, давайте предположим, что подобное происходит в реале. Вот я думаю, что именно в таком стиле, как сейчас я прошел, могло бы быть и в реальности, согласитесь. То есть вы агрите зомби на живых людей и параллельно, как бы, ну, скажем так, те, у кого преимущество численное, их отстреливаете. Не знаю такого баскетболиста. Скорее всего, вымышленный какой-то. А можно, интересно, эту кнопку нажать? Навряд ли. Блин, надо было кирпич брать. Бутылка тоже норм. Она умеет оглушать. Кирпич тоже не так уж много урона наносит. Больше оглушающее действие оказывает. Вот это фейл. Смотрите. Или там есть такое. По-моему, показывает не совсем то. Ладно, пофиг. Очень мало припасов, не могу ничего скрафтить. Ну вот, придется обходить. А как я пойду-то, там некуда обходить. Черт. То есть я все это время шел зря. Ну, я, может быть, какой-нибудь из киосков там, я не знаю, дверь откроется. Хотя вряд ли. Кстати, а вот... Нет, тут мы были.
По логике. А, блин, как обойти-то? Неужели обратно лезть? Серьезно? Вентиляция? Стекло, кирпич, выход? Справа от забора же что-то было. Но я тоже думаю, что возвращаться не вариант. Там это какой-то странный выход из ситуации. Давайте попробуем такие. Что-то тут сделать. А, вижу, вижу, да, все. Точно. Этот коня-то я и не заметил. Аптечку можно скрафтить, это хорошо. Ладно, я оставлю, вдруг там будет толпа зомби, и нам пригодится. Не аптечка. Так. А коктейль молотого. Батончик, кстати, лежит, по-моему. Да, отлично. Мюсли. Черт. Опять эти уроды. Ну ничего, как я и обещал, в следующем году, летом, будем проходить, опять же, одни из нас, The Last of Us, и что дополнение это? На реализме. Опа, опять идут парни. Ребят, нашли что-нибудь? Да ни хрена. А с чего вы взяли, что они здесь? Мы все кругом обошли. Лошади не все добываются здесь. Они здесь. Может, они уже подохли? Тогда найдите их. Это зараженные! Готов? Стой меня, я иду! Черт! Сожри ты, друг мой. А, нет! Черт! Так, вот и все. Осенью, так осенью там столько релизов будет, я вообще не представляю, как я в октябре буду стримить. Там в один день будет по три игры выходить путних. У меня есть график стримов, я его, наверное, как-нибудь выложу на Gamers TV. Но там реально жесть. 7 октября выходит три игры, которые я хочу постримить. NBA Live, NBA 2K14. И если я правильно помню, то... По Толкину игра там, по-моему, Middle Earth она называется, как-то так. Ну, в общем, капец. Релизов в октябре будет жесть. Особенно и вторая половина будет тоже очень насыщенная.
Тоже не знаю, как буду успевать. Но какие-то игры удастся до релиза достать, это однозначно. Единственный шанс как раз-таки вот надежда на то, что игры какие-то в день релиза буду стримить, какие-то до релиза. И только так удастся вот сбалансировать, потому что в один день три игры, когда выходят, это, блин, хуже некуда. Так, что здесь? GTA выходит в ноябре. В октябре GTA точно не выйдет. Так что, ну, GTA, она займет больше всех времени. Это однозначно, потому что одну только GTA проходить, не, ну, не знаю, недели две, наверное, надо будет потратить на это. Потому что я хочу пройти, опять же, на 100%. Я не видел, что кто-нибудь на стримах проходил игру на 100%, кроме меня, в сентябре, когда она появилась. Вот. И нужно будет повторить то же самое на консолях нового поколения. Опять же, не знаю, на чем удастся игру достать раньше. Если будет у меня возможность все три версии до релиза достать, я, естественно, буду на PS4 проходить. Подождите, может, были уже? Да, мы отсюда и пришли как раз. Видите, тут убитые зомбаки. Ну все, идем к Джоэлу. Он где-то рядом. Что я сделаю-то? Что за хрень? Что они все ушли? Блин, их дохера просто. И все они ломятся к Джоэлу, что ли? Кирпич или бутылка. Ау, там стекло, что ли? Черт. А, это вообще муляж. Идите в жопу. Зашел.
Тогда сделаем иначе. Я вижу пока одного, который вон там идет. Попробую хедшот ему сделать. Че, не попал? Ну попал, но не хедшот получается. Прикури! Сам прикури, ублюдок. Вот так. Все что ли? Отлично, 4 стрелы. Возможно, кто-то еще живой. Но похоже, что нет. Четверо получается, но я минимум четырех вижу. Пипец. Сколько лет стримить начал? Да с пеленок сразу же, в принципе. Видимо, на максимальном уровне сложности не совсем так повреждения из лука. Сейчас самое главное, чтобы сзади не зашли. Попался! С двух сторон опять, а? Зараженные!
Опа! Зараженные? Сами виноваты, ублюдки. Ублюдки там не перебьют друг друга, что ли? Твою мать. Я вот этот эпизод бы, наверное, пыхнул проходить на реализме. Затащил. Я надеюсь, третьей волны не будет. Иду. Все, беги! Уходим! Сюда! Элли, успеваешь? Я прямо за тобой, не отвлекайся! Ух ты! Все!
Быстро! Давай наверх! Видишь леса? Выберемся по ним! Бегут! Зараженные! И сзади тоже бегут! Сюда! Бегом, бегом, бегом! Они нас догоняют! Сюда! Бегом, бегом, бегом! Они нас догоняют! Сюда! Я даже не подумал, что тут можно спрыгнуть. Я думал, там очень высоко. Элли! Я в порядке, ты беги! Вон там окно открыто! Бежим! Почти выбрались. Залезай, я помогу. Дай мне руку. Элли! Подохла вроде. Элли. Элли, рука. Нет. Нет, нет, нет. Не бойся. Я это уже делала. Я в этом мастер. Типа. Так, спокойно. Тихо. Ты тут еще не все раздолбала. Что теперь делать? По-моему, вариантов два. Первый. Покончить со всем этим. Быстро, без боли. Мне этот вариант не особо. Второй? Бороться? Ради чего? Мы станем такими же, как эти твари. Есть 100 причин, по которым мы могли не дожить до сегодня. И еще 100, по которым мы можем не дожить до завтра. Но мы боремся. За каждую секунду, что можем провести вместе. Пусть всего 2 минуты. Или 2 дня. Они бесценны. Я считаю. Давай подождем. Лучше уж будем терять остатки разума за компанию. А третий вариант? Прости. Вставай. Пойдем отсюда.